Здравствуйте, с вами Добро ТВ. Сегодня вы увидите совершенно серьезные новости. Ни единой шуточки, ни единой улыбки. Мы ждем вас. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Меня зовут Замихов Кирилл, я представитель муниципальной власти города Алтакана. А какие проблемы вы мне напомните и как вы с ними конкретно боретесь? Скажите проблемы, буквально пару слов. Основная проблема – это экология, мы очищаем нашу реку. Далее проблема медицины, мы закупаем новую вакцину и разрабатываем, создаем новые медицинские и безработица, мы создаем новые места посредством постройки музея, той же больницы. Проходите позже, минут через 10. Да, реально, подойдите. Минут через 10, вы отвлекаетесь. Все, спасибо, да, очень было приятно пообщаться. Вот так вот нам отказывают уже не в первый раз, и мы не знаем, что с этим делать. Ну как здесь сделаешь нормальное видео? Вода Йонск. Все, проехали. Я из университета, из города Вологда. Сейчас я приду. Я все вспомнил, пацаны. Да, хорошо, давайте посерьезнее, у нас же все-таки интервью на серьезном канале. Добро ТВ, верните меня на работу, пожалуйста. Я очень хочу вернуться. Все. Давайте. Простите. Давайте соберемся. Простите за тот день. Давайте. Сейчас, пожалуйста. Из какого муниципалитет? Зуб элемента. На данном этапе один кандидат из нашей команды придумал новый проект и думает над его реализацией. Если сейчас у него все это получится, то наша идея, она воплотится, и я думаю, все будет к лучшему сводиться. Все. Нам денег не хватает! Поговорите с региональными. Деньги! Я думаю, комментарии излишние. Все сегодня хотят денег. Итак, прямой репортаж с места событий. Нам отказываются давать интервью. И мы будем действовать как таран. А вы можете объяснить то, что вы написали на этой доске? Там же так все понятно. Ну, допустим, меня вот этот вот почерк не разобрать. Все нормально, пусть. Я думаю, вы все поняли, так что вы извините, какой вы будете полететь? Мы все объясним на плене. Мы бизнес. Бизнес какого вы? Слушай, сплин возьмем. Итак, с вами был бизнес с Нижевска. До скорых встреч. Я Андрей Фадеев, и я из... В общем, строительство города Снежинск. Несмотря на все свои недостатки, город имеет потенциал, и мы выжмем его полностью. Как можно больше денег и как можно больше туристов. И это поможет нашему городу стать просто лидером в данном регионе, забыть все остальные города. Один. Это сложнейшие финансовые махинации с использованием денег. Итак, здравствуйте, с нами снова. Итак, здравствуйте, с нами Я нормально говорил эту фразу последний час. Я Владислав Путиной, я представитель региональной власти. Мы составили договор с муниципальной властью о выделении средств. Пока не можем сказать сколько. Это официальная информация. И мы обещали строительство аэропорта. Сейчас выходит стоимость, узнаем. Пока неизвестно, где-то планируем стоимость аэропорта. Плюс обсуждаем с муниципальной властью. С вами был Добро ТВ. Мы на связи. So I'll be on my way.